Ну что ж, давайте продолжим. И за неимением времени мы пропустим пункт 2, который не является незначительным, но я думаю, мы сможем пережить, если пропустим этот пункт. Я бы хотел поговорить с вами сейчас о таких вопросах, как объективность и субъективность в занятии богословием. Вы можете спросить, ну а зачем вообще об этом говорить? Что ж, все то, что мы говорили по теме методологии, могло показаться вам вполне последовательным и разумным, и я уверен, что вы осознаете, что цель, которая преследуется всеми этими методами, состоит в том, чтобы раскрыть истину о Боге, о Его деяниях, о Его отношении. Но насколько вероятно то, что мы когда-либо сможем узнать, что Писание на самом деле учит о Боге? Вы можете сказать, ну, возьмите и прочтите Писание. Я не вижу здесь никаких проблем. Проблема в том, что у каждого из нас есть свой собственный багаж, свое образование, свои жизненные обстоятельства. У нас у всех есть культурные различия. И вопрос вот такой. А возможно ли нам отстраниться от всех своих предпочтений, мыслить независимо от культурных особенностей? Возможно ли отградиться от всего этого и видеть все в истинном, неискаженном свете? И сегодня очень многие скажут вам, нет, невозможно. Как бы вам ни хотелось, но вы будете анализировать информацию в свете того мировоззрения, под влиянием того багажа, который у вас к этому моменту сложился. Но какое отношение все это имеет к богословию? Что ж, это означает, что наши собственные предпочтения, то, как мы привыкли мыслить, скорее всего, внесут свой вклад в формулирование того богословия, в котором можно быть уверенным, которое говорит истину о Боге, о Его деяниях, Его отношении к миру. Но что же тогда все это означает? Что ж, это значит то, как нам говорят, что нельзя говорить о том, что какое-либо богословие утверждает абсолютную истину, согласно корреспондентской теории истины. Все, что можно говорить, это то, что какое-либо богословие дает вам всего лишь точку зрения богослова, раскрывает его или ее понимание существующей реальности. И все богословы, по сути, находятся в одной лодке. Никто из нас не всеведущ. Никто из нас не жил во все времена, во все эпохи, во всех местах, во всех культурах. Просто не существует такого человека, который мог, мы можем так сказать, посмотреть на все глазами Бога. У каждого из нас может быть лишь свой частный взгляд. И именно поэтому все это отразится на нашем богословии. И как следствие, наше богословие будет представлять собой лишь наше собственное мнение о Боге, о Его деятельности, Его отношениях с этим миром. И ни при каких условиях мы никогда не сможем заявить о том, что наше собственное представление абсолютно верное. Но если дела обстоят так, класс, то какой смысл тогда заниматься богословием? И более того, зачем тогда заниматься экзегезой? Потому что и там мы сталкиваемся с такой же проблемой. Наше толкование текста основывается не только на знании правил, толкования и применения этих правил объективно. Мы будем видеть все
в свете наших субъективных предпочтений, в свете нашего жизненного опыта. И мы будем отвечать на вопрос, а что же это означает в той культуре, в которой я живу? И вот вы приходите в семинарию, чтобы подготовиться к служению. И в частности, вы надеетесь на то, что во время занятий вы сможете прийти к некому пониманию, в чем же на самом деле состоит библейская истина, каково есть истинное христианское мировоззрение. И если эта проблема, о которой мы сейчас говорим, проблема субъективности, неразрешимая проблема, которой нельзя избежать никому, то вы зря теряете свое время и деньги, потому что вы ожидаете услышать абсолютную истину, а в лучшем случае вы услышите от любого профессора это его личную точку зрения. И лучшее, к чему вы можете прийти, это ваше личное понимание, которое не может быть абсолютной истиной. И за те деньги, которые вы заплатили за обучение здесь, вы не получите того, чего ожидаете. Что ж, означает ли это все то, что после этого урока вы должны пойти к бухгалтеру и потребовать возврата ваших денег? Нет. Но это означает то, что мы должны разобраться в этой проблеме, так? Мы должны рассмотреть этот вопрос. Но как нам следует это сделать? Вы можете заметить на слайде, который я высветил перед вами, пункт «Б» — определение. Нам нужно задать такой вопрос. А что мы имеем в виду, когда что-то называем субъективным? Или кто-то субъективен? И с другой стороны, а что означает, если кто-то объективен? Поэтому давайте остановимся на какое-то время на этих терминах. Если кто-то говорит, что я не буду брать курс такого-то и такого-то профессора, потому что, несмотря даже на то, что вам будет интересно на этом курсе, просто когда преподаватель выставляет оценки, он не объективен, и у него трудно получить хорошую оценку. Но на каком основании мы можем говорить, что такой-то профессор не объективен при выставлении оценок? Что же мы обычно имеем в виду, когда мы говорим, что кто-то необъективен в выставлении оценок? Или, с другой стороны, кто-то имеет слишком предвзятое мнение о ком-то, чтобы прислушиваться к совету? Он не основывается на свидетельствах. Хорошо. Он не основывается на свидетельствах. Мы можем записать это так. Решения не основываются на свидетельствах. Но на чем они основываются? На чувствах. На чувствах. На чем еще они основываются? Предубеждениях, предвзятости. Если мы говорим, что кто-то предвзят при выставлении оценок, то обычно мы имеем в виду именно это. Он предвзятый оценщик. Он основывается в основном на своих предубеждениях, на предвзятом мнении, на собственном понимании того, что правильно и неправильно. Но порой, когда кто-то говорит, что кто-то ставит оценки предвзято, то он имеет в виду, что этот преподаватель несправедлив. Да? Вот принимать решение, основываясь на всем этом, означает быть несправедливым, быть предвзятым и так далее и далее. Что ж, противоположность этому сказать, что этот преподаватель объективен при выставлении оценок,
Что при этом мы имеем в виду? Полностью противоположно, не так ли? Справедлив, непредвзят, принимает решение, основываясь на свидетельствах, а не на чувствах, предвзятости и тому подобное. Что ж, обычно именно это мы имеем в виду, когда говорим об объективности и субъективности. Но есть ли еще какое-то значение, как могут использоваться эти термины? Вот, к примеру, если мы говорим о объективном мире, что имеется в виду, когда говорится это? Что что-то верно в объективном мире? Да, Бен. Он принимает мир таким, каков он есть в действительности. Да, хорошо. И особенно мир вне моего разума. Хорошо. Что-то объективно, что-то известно, вне зависимости от... Мы можем также сказать, не только, что это известно, но что это существует, вне зависимости от познающего субъекта. И можно провести параллель с субъективностью. И мы здесь пишем, что-то известно или существует взаимосвязи с познающим субъектом. Что ж, совершенно очевидно, что вот такая вот субъективность не одно и то же, что вот эта субъективность. Но и то, и другое означает, что кто-то или что-то субъективно. Так? И таким же образом, вот эта объективность не одно и то же, что и вот эта объективность. Хорошо, вы наверняка думаете про себя. Да, есть различия в этих определениях, но что с этого? Но вот к чему я веду. Вот в чем проблема. Те, кто думают, что невозможно формулировать богословие или что-либо еще, оставаясь при этом объективным, по сути, говорят, что каждый из нас, все, что мы знаем, включает нас как познающих субъектов. Другими словами, вам невозможно что-либо знать объективно. Вот в этом втором значении. Как я могу что-то знать вне собственного разума, не подключая собственный разум, а также свои чувства, эмоции, волю? Поэтому вот такая вот объективность просто невозможна. Мы можем знать что-то только вот с такого рода вовлеченностью. И вот какой делается вывод. Так как нам не удастся добиться вот такой вот объективности, то невозможно иметь и вот такую первую объективность, когда мы анализируем Писание и то, что видим вокруг себя в этом мире. И таким образом делается вот такое допущение. Так как в процессе познания чего-то мы участвуем со всем нашим багажом, со всеми нашими предубеждениями, культурными особенностями, то нам невозможно ничего знать, то, что мы познаем, отстранившись от всех наших предубеждений и предвзятостей.
И как следствие, мы все видим в собственном свете. И вот теперь, если это возражение верно, если вот наличие такой субъективности неизбежно ведет к заключению, что мы обречены на вот такую субъективность, то у нас нет никакой надежды увидеть что-то в истинном свете, вне зависимости от собственного субъективного представления. И как следствие, вы узнаете не абсолютную истину, а знакомитесь с чьим-то представлением, и ничего с этим не поделать. Поэтому зачем заниматься экзегезой, богословием, философией, историей или наукой вообще? Потому что вы видите, все, что говорится сегодня, что вот эта проблема субъективности относится не только к богословию, она относится к любой другой дисциплине. Она точно так же затрагивает ученого, математика, потому что каждый обречен вот на такую субъективность и, как следствие, на первую тоже. Мы не можем избежать вот такой вот субъективности. Что ж, если это так, то нам следует прекратить лекцию и пойти в бухгалтерию за возвратом средств, потраченных на обучение. А я вам всем поставлю отлично за курс. Ведь задумайтесь, если все это верно, и вы сдаете свои работы, в которых хоть и неадекватно представлен ответ на поставленный вопрос, и если я верю во все, что здесь представлено, я буду вынужден сказать, эти работы отражают лишь мнение студентов, а их мнение должно быть так же верно, как и мое, поэтому, может, они правы. Я должен всем поставить отлично. Как я смогу доказать, что вы не правы по какому-то вопросу? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но как же со всем этим разобраться? Я нашел полезным для себя то, что прочитал много-много лет тому назад. Это была книга, написанная ученым и философом. Этого автора звали Израэл Шафлер. И книга эта называлась так: «Наука и субъективность». И Шафлер обращается к проблеме субъективности и рассматривает эту проблему конкретно в контексте науки. Но то, что он написал, применимо к любой другой дисциплине, включая богословие. И Шафлер написал, что необходимо различать два момента: наличие некой схемы категорий, с одной стороны, и применение схемы категорий. Схема категорий — это некий набор концепций. Есть множество разновидностей таких схем. Если вы зайдете в секретариат нашей семинарии, то вы увидите такие стеллажи. И на каждой полке написано имя профессора, у которого есть кабинет в этом здании. И что происходит? Всякий раз, когда приходит письмо, если оно адресовано мне, то его кладут на мою полку. Если приходит письмо доктору Урбиджу, то его кладут на полку, на котором его имя. А когда приходит письмо для доктора Паула, то это письмо, соответственно, кладут на его полку. И таким образом, весь этот стеллаж предназначен для того, чтобы упорядочить распределение писем. У каждого преподавателя есть своя полка,
И все эти полки находятся в алфавитном порядке. Если бы всего этого не было, письма все бы приходили. Но встал бы вопрос, как доставить эти письма? Может быть, ходить из кабинета в кабинет? Что ж, набор концепций представляет собой некую схему категорий. И у каждого из нас есть такой набор. Есть такая схема в нашем разуме. Мы приходим к этому в результате обучения, в результате соприкосновения с этим миром. А на наше обучение и на наше соприкосновение с этим миром оказывает влияние то время, то место и та культура, в которой мы живем. Если бы у вас не было концепции или понятий об определенных вещах, то когда бы вы увидели эту вещь, то вы не смогли бы понять, что это. Вот, к примеру, если у вас нету концепции или понятия о кошке, и нету концепции или понимания, что такое собака, и когда вы встретите на своем пути кошку или собаку, вы не сможете понять, что это. Вот я вспоминаю, где-то после того, как родился наш первый ребенок, случилось нечто, что показало необходимость имения правильных понятий. Мы рассказывали ему о кошках, что они из себя представляют, и даже показывали ему кошек наших соседей. И у него появилось представление, что кошки — это такие мягкие и пушистые. И мы жили в таком месте, что когда наступала осень или зима, или даже весной, надо было надевать шапку. И у меня на тот момент была меховая шапка. Вы уже можете предугадать, что было дальше. Я никогда не забуду тот день. Он на тот момент уже понимал, что такое шапка. И он понимал, что шапки носят на голове, потому что он видел, как мама и папа надевают шапки. Он также имел представление о том, что такое кошка. И вот в тот день, когда надел шапку, он показал пальцем на мою голову и сказал: «Кошка!» Что ж, есть некая схожесть, так. Шапка тоже мягкая и пушистая. Он даже не думал о том, а нормально ли, если кошка у тебя на голове. Но были определенные схожести между меховой шапкой и кошкой, из-за которых он принял решение, что я надел кошку на голову. Вот вы видите, у него была концепция, но в то же время не совсем полная. Не все он верно понимал. Что ж, у нас есть концепции о лошадях, о кошках, о собаках и о многом другом. И, возможно, есть определенные концепции в нашей схеме категорий, которые нам нравятся больше, чем другие. Вот, к примеру, не сказать, что я ненавижу кошек, но я больше люблю собак. Но вот тот факт, что мне нравятся собаки, и я не являюсь особенным любителем кошек, означает ли этот факт неизбежность следующего? Вот если кошка войдет в этот класс, а я, увидев ее, скажу: «Какая хорошая собачка», и буду ожидать, что она загавкает, вы, наверное, скажете: «Ну, надеюсь, что вы так не поступите». Да, может, уже устали к концу дня, но все-таки вы сможете отличить кошку от собаки. Вот вы видите, у вас должна быть схема категорий для того, чтобы распознать некий конкретный предмет, что кошка — это кошка, собака — это собака. И несмотря на то, что вы можете предпочитать одни концепции по отношению к другим, это не должно помешать вам применить эту схему категорий в конкретном случае, так, чтобы не сделать при этом ошибки. И знаете, что еще? Если сюда зайдет кошка, и я бы вам сказал: «Какая прелестная собачка», вы бы смогли убедить меня в обратном, что я ошибаюсь. И я бы сам себя мог убедить, что я ошибаюсь. Да, я знаю, что собаки гавкают, а кошки мяукают.
Если бы я подошел к этой кошке и что-либо сделал, чтобы она подала голос, я бы не услышал гавканье. И для меня бы это стало свидетельством, что это не собака. Но если я настолько заблуждаюсь, что, услышав мяуканье, мне кажется, что она гавкает, то вы все сможете меня переубедить, потому что вы будете свидетелями всего происходящего. Ведь кошку буду видеть не один я, но и все присутствующие. И если вы все будете говорить, что это кошка, а я скажу, что это собака, и вы будете говорить о том, что вот так выглядит кошка, так выглядит собака, и вы мне укажете на особенности этого животного, да, быть может, я и стану упрямиться. Но если я не решу, что вы хотите меня обмануть, разве не вынужден буду я сказать, что ж, я думал, что это собака, но я был неправ? Не так уж сложно будет меня переубедить. И если я решу, что вы все неправы, считая, что это кошка, то мне придется убедить всех вас, что это собака. Я также буду приводить свидетельства, доводы, чтобы разобраться, кошка это или собака, потому что мы все свидетели будем и сможем это видеть. Но вот что я вам скажу. Что ж, совсем не одно и то же пытаться разобраться, есть ли на самом деле рай и ад, и понять, вот это животное, кошка или собака. С кошкой все гораздо проще. Гораздо легче понять, кошка это или собака, чем убедиться в наличии рая или ада. Но это не означает, что вообще нет никаких доводов, говорящих о наличии рая или ада. Да, доводы будут другие, они будут отличаться. Мы не можем пощупать, потрогать. Эти доводы будут основываться на Божьем Слове. И чтобы убедить вас, я буду вынужден их продемонстрировать. И апологеты именно это и делают, показывают, что то, что записано в этой книге Библии, истинно, и в это можно верить в свете теории соответствия. Да, будет труднее доказать, что есть рай или ад, труднее, чем доказать, кошка это или собака. Но это не означает, что это сделать будет невозможно. И это не означает, что, имея концепции или понятия об аде и рае, и о том, что люди попадают или туда, это не означает, что мы неизбежно совершим ошибку и не скажем о том, что каждый человек пойдет либо в ад, либо в рай. И это не означает, что мы совершим ошибку, решив про себя, что раз ад — такое ужасное место, то любящий Бог никогда никого туда не пошлет. Ведь Библия говорит о том, что некоторые люди, несмотря на Божью любовь, окажутся там. Что ж, проблема субъективности — это реальная проблема. Поэтому, занимаясь богословием, мы должны осознавать свои предпочтения, предубеждения и постараться отстраниться от них, и постараться увидеть то, что мы еще не видели в Писании. Позволить себе увидеть нечто по-другому, не так, как мы до этого мы что-то себе представляли. И это также указывает на важность совместного занятия богословием. Другими словами, если бы я в одиночку занимался богословием и стал выдвигать совершенно невероятные идеи, заявлять какие-то истины, я бы никогда не стал делиться своими выводами с другими христианами, с другими исследователями Библии, и никогда не пожелал бы узнать то, что вы думаете, а просто бы говорил, я знаю, что я прав, то это было бы проявлением гордыни. Мне нужно быть намного более смиренным
в отношении того, во что я верю. В отношении чего-то можно найти достаточно надежное свидетельство и быть уверенным на 90-95%. Ну что ж, а в других случаях можно быть уверенным лишь процентов на 60. Трудно быть уверенным наверняка. И в этих случаях мне не следует быть чрезмерно догматичным в отношении этих убеждений. И я всегда должен быть готов выслушать мнение других людей, познакомиться с другими точками зрения, и даже выслушать тех людей, которые имеют такие же убеждения, что и я, потому что я могу узнать о некоторых новых доводах в поддержку этих убеждений, о которых я не знал. Это поможет мне лучше понять собственную точку зрения. И именно поэтому в наших курсах по богословию мы не просто представляем одну лишь точку зрения или позицию по какой-то доктрине. Мы знакомим студентов с различными точками зрения, чтобы рассмотреть эту доктрину в полноте. И обычно мы стараемся ограничить это лишь тем, чтобы было понятно тому, кто является евангельским христианином. Мы признаем, что есть и неевангельский взгляд на вещи. Но нам интересно то, как евангельские христиане могут понимать те или иные доктрины Библии. И мы будем рассматривать аргументы «за» и аргументы «против» каждой точки зрения. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.